Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» сегодня проходит в Тюмени. Его приурочили к Международному дню детской книги. Учащиеся 6-х и 7-х классов школ области продемонстрировали мастерство художественного слова. Они должны были выразительно прочесть отрывки из произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в школьную программу. Так дети читают наизусть произведения Чехова, Достоевского, Войнича, Драгунского и других авторов. Один раз я целую страницу написал. Чисто. Любо-дорого смотреть. Надо заинтересовать зрителя, чтобы он слушал, затаив дыхание, чтобы ему было интересно. Я с детства на сцене, я артистка, можно сказать. И поэтому я знаю, как там надо, и мне помогает мама. Многие ребята выбрали для выступления повести и рассказы о Великой Отечественной войне. Всего участников более 70.